Это спинка. Посмотрим визуально как. Опа. Хороший материал. Хороший. Давай, давай. Это его диван, блин. Пусть радуется. Так, Глеб. Мне вообще не спать, Глеб. А сейчас его тряпочка, что ли? Так, друзья, вот распаковали. Теперь нам надо найти инструкцию, как его собирать. И запчасти с кем собирать? Да, вот это общий вот... вес 117. 90 килограмм вот эта вот штука. Да, еле допёрся. Без 3 килограмм, очень тяжелая, конечно. Кто будет принимать диван, то тут по-любому надо... поднапрячься или нанять грузчиков. Диван из велюра, такой приятный велюр, есть запах, как у нового, то есть придется, наверное, все-таки недельку, чтобы выветрился запах. Ну, там открыли. Окно будем открывать. Ну, сама текстура приятная, велюровый такой прям классический диван. Выдвинуть сиденье дивана 1, достать подушки из бельевого ящика. 2, зафиксировать петли винтами коробу, ну, и да, установить диван на место. Видите? Вот он поднимается. Вот. Не так должен. Ну не так должен, вон веревка. А, ну вот он из двух частей состоит, и все. Вот от дивана. Это Глеб материал, если он еще порвет, можно сходить. Она выделяется. Просто кладем? Да, вот так вот лучше. На меня чуть или нет? Да.